В эфире говорит и показывает Сиберс из Сибири. Приветствую вас на своем видеоканале. Совсем недавно я начал цикл видеосюжетов о энергиях эфирного энергетического поля и рассказал свою гипотезу, как и каким образом бесплатные энергии эфира в несколько этапов исчезли для человечества в течение с 1880-х по 1935 год. А сегодня я хочу вам показать из театрализированной интерпретации прошлого нашей страны на открытии Олимпиады 2014 года один интересный момент, символизирующий то, что Кремль прекрасно знает истинную подоплеку именно событий конца XIX, начала XX веков. Хотя в наших учебниках истории и во всех псевдоисторических произведениях еще долго те события будут описаны, как описаны. Также недавно я показывал вам это же самое открытие на Олимпиаде в виде другого прошлого нашего народа, известное Кремлю. Сейчас же будет другая моя информация. Кто хочет, можете посмотреть сразу последний дополненный мною сюжет про исчезновение энергии эфира. Для правильного восприятия вам лучше отрешиться сейчас от исторических аналогий и понять то, что вы сейчас смотрите именно послание Кремля кукловодам мирового закулисья с намеком «Мы знаем о нашем истинном прошлом и помним». И не забудем, разные мировые элиты, которые по каким-либо причинам не могут контактировать друг с другом, всегда обмениваются посланиями с тайными смыслами в виде определенных символов и иных символизмов. Подобным языком для посвященных всегда пользовались те же масоны. И символ XIX века в виде всевидящего ока с девизом «Не нам, не нам, а имени твоему». Мы, простые люди, не понимаем, но чувствуем, что в нем есть глубокий смысл для посвященных мировых элит. Это же театрализованная постановка насквозь пронизана символами и символизмами. В советское время сплошной цензуры было интересное занятие у интеллектуалов и знающих любителей – читать официальные газеты между строк и понимать именно спрятанный авторами истинный смысл фраз, построенных авторами в определенном порядке и с определенным наполнением. Хотя внешне для обывателей вроде бы как была обычная статья в обычной советской газете. Как известно, аллегория и метафора, как и гипербола, являются одними из способов делать политические намеки и послания, когда прямая вербализация намерений нецелесообразна или блокирована. Цитата. Эту фразу я где-то скоммуниздил, потому что она шикарна. Нам же надо знать, что с недавних пор весь оставшийся архив находится в прямом подчинении президента РФ. В одном из недавних интервью Песков
на вопрос об увлечениях Путина сказал, что ВВП серьезно занимается историей. Дело в том, что серьезно заниматься для президента – это иметь полный доступ к архивам, куда и профессорам, и чистильщикам истории вход закрыт. У президента есть доступ к обширной информации, к которой обычные люди априори получить доступа никогда не смогут. И вспомните, что Путин уже несколько раз указывал историкам на их заблуждения и по поводу деятельности Ленина, и по поводу татар, участвующих в Куликовской битве. Пробуйте и вы это послание Кремля смотреть именно с учетом тайных смыслов. В этом видео я хочу показать вам смыслы, связанные с энергиями эфира. Во-первых, это светящие колонны. Мы можем только строить догадки, как могли светиться каменные изделия в виде колонн или ваз на крышах, в фотографиях иллюминации. Я лично пока только догадываюсь, что в прошлом кирпично-каменные стены домов могли становиться проводниками тепла для обогрева жилищ под воздействием энергии эфира. И именно для определенной нейтрализации излишней энергии во всех городах Сибири есть и кирпичные, и деревянные дома с неперпендикулярными сиречь косыми стенами по отношению друг к другу. Во-вторых, в этой постановке показывается очень странный сюжет с внезапным катастрофическим событием, случившимся именно в XIX веке. И показаны зима, и пепел, как снег, паника, крик, народ и мир в круге, как в ядерном кольце, хаос и вскинутые вверх руки, как защищается любой человек от опасности с неба. Явно показывается и агония, и гибель всех с последним поцелуем прощания. А вставшие люди на коленях с раскинутыми руками, несомненно, символизируют кресты на могилах и ничто другое. О таком в учебниках не говорится. Если это показано некое ядерное воздействие, то возникают вопросы, кто, кого и за что убивал. Какие-то доказательства есть у Кунгурова, что это могло произойти в 1840-х годах. По Сибири очень даже логично. Только надо принимать во внимание, что сразу же, практически, во второй половине XIX века произошло огромное, просто многосоттонное производство железа с изготовлением различной и разнообразной техники во всем мире. И в России в том числе. Также было изготовлено колоссальное количество кирпича и построено различные и красивые здания везде по миру, так же, как и в нашей стране. Везде происходили технические выставки,
прогресс пер глобальными темпами, с одновременными повсеместными войнами, начавшимися с Крымской войны. То есть возникают сплошные вопросы к XIX веку. Я же хочу показать в своих следующих видео, что городские пожары в Сибири могли возникать именно после воздействия энергии эфира, а не радиоактивного какого-либо воздействия. А после сюжета с разрушением матрицы жизни показывается очень интересный момент в виде темноты. Темнота, как покрывало фокусников, которым кукловоды прикрыли события конца XIX, начала XX веков и именно они своей темнотой скрывали вот такой истинный смысл и цели глобального энергетического переворота с целью замены бесплатных энергий эфира на платную сетевую электроэнергию переменного тока. И все, чем было прикрыто в виде Первой мировой войны, Великой Октябрьской революции с Лениным, гражданской войной с интервенцией, Кремлю показывать неинтересно. Потому что, как все эти события были постановочными трюками для отвлечения внимания людей. Ложь кукловодов Кремлю неинтересна. А после темноты этого лживого периода сразу начинаются события индустриализации СССР эпохи Сталина. Но это уже другая совершенно страница нашего прошлого. Энергии эфира были, они есть и сейчас вокруг нас. Они будут всегда, пока светит для нас солнце, как источник эфира. И я планирую уже в этом месяце заняться экспериментами и с эфирным электричеством, и с электромагнитной тепловой энергией, потому что убежден, что имперский кирпич могли делать только с помощью энергии эфира, а не пресловутых яиц, разбитых многими сотнями тысяч при постройке зданий в Сибири именно в конце XIX века и до 1917 года. А пока на этом все, и желаю всем здравия и здравомыслия.